10-летний мальчик утонул в Дальнеконстантиновском районе. Экспертиза показала, что ребенок был пьян. Я рыбачу здесь, на Плотине. А они купались там дальше, в заливе. Мальчик умел плавать. Конечно, наверное, и могло повлиять это вино, потому что не только дети, и взрослые тонут. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.